Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, канал «Китай стал ближе», и сегодня у нас пришли две вот такие вот замечательные посылочки. А сегодня хочу посоветовать вам интересный канал под названием «Саня Питерский». Саня снимает разные, по сути, видосы, но в последнее время он занимается разоблачением мошенников. На его канале вы услышите живые разговоры по телефону с зэками, которые звонят в зоны. Также он показывает абсолютно разные схемы мошенничества, которые могут поджидать вас на каждом шагу. Ну и, конечно, разоблачение мошеннических сайтов. Все это и многое другое вы можете найти на страничках его канала. Подписывайтесь и переходите по ссылочке в описании. Я уже подписался и вам советую. Посылочки пришли на мое имя, но я не знаю, что там, поскольку это, скорее всего, заказывали парни с работы на меня. Вот. То есть на мой адрес заказывали, чтобы я распаковал. Значит, давайте начнем с любой из этих посылочек. Давайте вот с этой посылки начнем, откроем и посмотрим. Оценена она в 2 доллара, вес 10 граммов, все запечатано, все хорошо. И вскрываем, смотрим, что там. Интересно распаковывать вот эти посылки, которые не знают, что приходит. А, нет, это моя посылка. Все, в посылке больше ничего нету. И это пришел вот такой вот классный, стильный, отпадный ремешок. Ремешок для камеры, потому что родной ремешок, ну, конечно, все красиво, хорошо, но хочется что-нибудь симпатичного. Вот такой вот прикольный ремешочек пришел. В следующих видео буквально вот скоро-скоро должны прийти вспышка, переходник на объектив, то есть полностью конкретно обустраиваемся, так обделываем камеру, обставляем. Вот такой вот ремень. Длина этого ремня где-то сантиметров 60. Сантиметров 60. Ремень сделан из плотной такой ткани. Здесь что-то типа такой мешковины, типа брезент, мешковина. А здесь подшито ремешок вот такой вот прошитый. Тут вставки, скорее всего, из эко-кожи. Да, прессованная, видно, прессованная кожа. Но она прошита, причем прошита не одним стежком, а вот здесь вот еще квадратиками, треугольничками прошита. Дальше мы имеем хороший, очень плотный ремешок. Вот такую вот стандартную застежечку, зажимочку. И то же самое с другой стороны. Классный ремень. Хотелось мне что-нибудь оригинального, цветастенькое не хотел брать. А вот такой вот ремень довольно-таки симпатично. И еще плюс... Я его взял со скидкой, точнее не со скидкой, а с кэшбэком. Также, если вы захотите вернуть кэшбэк с покупок, заходите под видео в описании, там есть ссылочки на EPN-сервис. Вот с этого EPN-сервиса я получаю процент от своих покупок. И когда у меня накапливается сумма, я ее вывожу на Kiwi кошелек или на WebMoney, это уже как мне угодно. Но я лично вывожу на Kiwi кошелек. Так что, если вы хотите тоже этим пользоваться, заходите под описание, там будет ссылка на EPN-сервис. А мы продолжаем, и давайте откроем с вами вторую посылочку. Уберем мусор, и давайте откроем вторую посылку. Вторая посылка. Посылочка пустая. Здесь бумажечка, здесь, я так понял, часики. Это вот уже заказывали у меня парни с работы. Давайте посмотрим, что у нас на бумажечке есть. На бумажечке, как всегда, просьба оценить в 5 звездочек. И бла-бла-бла-бла-бла, все по-английски. Ладно, это значит не нам адресовано. А мы с вами давайте откроем часы. Эти часы заказали с работы у меня. Вот так вот завернуты в пупырочку. Здесь, понимаем, еще есть вот бумажечка, пакетик. Смотрим сами часы. Ух, круто. Ах ты, блядь, закос под G-Shock. Часы рассмотрим чуть позже. Давайте посмотрим на бумажечку. Что у нас по бумажечке? Это инструкция. Инструкция на китайском языке. Может, на корейском. В общем, иероглифы. Что же тут есть? Есть тут 4 кнопки, которые выставляют часы, время и будильник. Еще плюс ко всему есть стрелочки.
Давайте посмотрим, что же вообще, как вообще, что тут можно сделать. Есть 4 кнопки. Вот это вот подсветка. Причем подсветка вокруг экрана и не видно само табло. Давайте я вам покажу поближе. То есть, видите, подсвечивается, часы подсвечиваются, а экран не светится. Здесь выставляются функции. Я думаю, сейчас вот видно вроде на экране. То есть плохо, что не подсвечивается сам экран. И стрелки, я так понял, не двигаются. То есть не особо хорошие и часы. Я бы лучше взял, чтобы двигались стрелки и подсвечивался экранчик. Подсвечивается вокруг. И мне кажется, когда подсвечивается, наоборот, еще хуже видно цифры. Если вот так поместить на руку, то не сразу и разглядишь. Особенно если при дневном свете, то, мне кажется, не будет видно вообще ничего. Вот, ну ладно. Это, как говорится, на любителя. Сами часы массивные, выглядят так крепенько. Браслетик резиновый. Резиновый, жесткий. Еще плюс вот здесь вот есть такие пупырышки. Есть вот такие пупырышки, которые, я так предполагаю, будут хорошо натирать руку. А с учетом моих волос, если бы носил я, то, ай, вот уже выдернул себе волос. То есть они еще будут хорошо выдирать волосы. Здесь вот есть такая вот бумажечка, лейблик. Это картонка, даже не пластик. Значит, ремень застегивается на две застежки. Вот так вот, раз. Ну, в принципе, закос под G-Shock'и. Закос дешевый. Часы мне не понравились. Ну ладно, носить не мне. Отдадим их тому, кто заказывал. А я все-таки под впечатлением от ремня. Классный ремешок. Мне очень-очень понравился. И сейчас я нацеплю на камеру и выложу фотки, как он будет смотреться на камере. И вот должен скоро-скоро прийти еще переходник, так что подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик оповещения для того, чтобы узнавать о вышедшем видео, потому что будет много всего интересного. Оставайтесь со мной, с вами был канал «Китай стал ближе». Все, кто захочет приобрести данную продукцию, ссылочки будут под видео в описании, можете переходить приобретать. И чтобы приобрести дешевле, заходите, регистрируйтесь в VPN-сервисе. В VPN-сервисе вы получите скидки во многих магазинах, таких как Gearbest, AliExpress, Ozon и много-много-много-много разных магазинов. Так что подписывайтесь на канал, смотрите, я тоже выкладываю ссылочки, много интересных товаров. С вами я прощаюсь, с вами был канал «Китай стал ближе». Я Владимир, всем до новых встреч, всем пока, счастливо!